Несмотря на юный возраст, профессионализма и мастерства этим ребятам не занимать. Футбольные финты, яркие голы, спортивная стратегия – результат слаженной работы команд. Это уже стало доброй традицией проведения таких мероприятий. Ребята веселые, радостные и рвутся, естественно, в бой. Удачи им! Веселых стартов, и пусть они занимаются спортом. Финал соревнований прошел в школе Лига Первых. Команды из 7 лагерей играли в мини-футбол, волейбол, шашки и шахматы. Дети, которые летом находятся в лагерях, им нужна двигательная активность обязательно. Очень большая нагрузка была в течение учебного года. И детям, конечно, нужна двигательная разгрузка, эмоции. Этим летом спартакиада «Звонкое лето» состоялась уже в 10-й раз и отметила юбилей. Победители получили кубки и медали, а участникам вручили памятные подарки.